Самолеты на взлете в 15 минут от наших границ. И это не зря. НАТОвские войска ляскают гусеницами у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны. Готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов, реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут безоговорочно принятым мировым сообществом. Белорусы, я шокирован историями о пытках и избиениях моих сограждан. На сайте Тутбай фотографии месива из кровоподтеков и синяков мы опознали одноклассника моей дочери, который точно никогда не был смутьяном.